Всем, Валера, я привет. А это наша любимая рубрика про девочек с психическим отклонением. Ага. Тут ей тут что-то не здоровится. Яндерка. Наверное, простуда. Вначале предлагают выбрать. Сдохла. Мне не нравится. Это не актуально. Ленивый дизайнер. Эти вообще что-то не поделили место. Ладно, погнали, посмотрим. Игра любезно спрашивает, как у меня со сном. Пробуждением. Жмем нормально. Сплю я хорошо. Что, нормально, либо легкий? Не беспокойтесь. Подождите, а где школа? Мы же так привыкли к школе. Нас встречает депрессия. Если ты не выйдешь, раскрою твою тайну всем. Что я писаю сиди. А где вообще? Она не нуждается в сердце. Поэтому я вытащила его. Ну ты нафиг, ясно. Ты пошла в бесплатную клинику. На, не теряй. У нее ключ от двери. Давай сбежим вместе из этого места. Вместе с тобой. Можно вытащить? Она еще зомбечка? Стой, подожди. Я не могу идти с тобой, потому что слепа. Тогда куда ты идешь? Сэмпай, я не чувствую руку. У тебя ее нет. Господи, одни проблемы. Дай прогуляться по лесу. Фига я ее починил. Да, ты уже угрожала мне этим. О! Чья-то рука? Типа я могу себе собрать девушку. Мы ее собираем, я реально? В узлах. Лего. Их поправить. Не, это прическа такая. Ты нафига это? Прическу не тронь. Ты другая уже. Да. Ее. Зачем ты ее убиваешь еще раз? Снова убивает. Какая довольная. Вставай, или я сдохну. Ты подожди. Слышал звук с Майнкрафта? Все в порядке, начинаю понимать. Ладно, я тебе чиню. Пока я тебе верю больше, чем той неадекватной парикмахер. Это та живая, походу, изрезала ее. Да, да. Мы тебя соберем. Сто пудов. Смотри, глазки. О, сейчас будет видеть. Ладно, сейчас. Блин, прикольная. Сейчас увидит. Собери себе тян сам. Ну вот, уже совсем другой вид. Вон она прячется. Мы просто стоим на респауне, болтаем. Да что тебе? Да перестань ее убивать! Снова. Нафига я глаз искал? Так она уже мертвая. Да ты... Отстань. Мы были бы с ней счастливы. Иди в свой барбершоп. Нюхай пятку. Ты жива? На, ешь ногу. Вгрызайся в ступню, быстрее. Блин, я съел ногу. Я отравился чуть не мытой пяткой. Реально, я медленно тухну. Фу, что-то смертельно получается. Слышу, кусты шевелятся. Там этот неадекватный Эдвард руки-ножницы бегает. В каком принципе она вообще выбегает? Я вообще-то... Похоже, знаешь, на кого? На эту учительку. Корягу взять можно. С поплейтайма. Ты теперь должен бояться. Не подходи, у меня палка. Точно вот палка? Вот так буду делать. Ну давай, давай, подходи. А не часть тела, о, девочки. Уворачивается. Хорошо. Нет, пырнула. Понял, скрыли. Заранее для тех, типа, как ты можешь бить девушку? Да я по ней даже не попал. Твоя задача держать ее, а я буду бить ее палкой. Пошли. А, ты же не видишь. На звук палки иди. О, молодец. Хорошо, палку. Реально работает. Бля. Сломал? Что исправить? Палку? Бездомные ноги. Пригодится. Куда ты идешь? Обуйся на ногу. Это так твой это не размер, ее. Отвечаю. Я-то вижу, ты видишь ногу, возьми. Сзади. Мою подружку. Да. О, хорошо, да, пал. Получилось. Собирайся. Еще палка. О, хорошо. Еще раз. Все палки по ее тупую голову сломал. А почему, когда у нее палкой ударяет, она вроде как теряет сознание? Нет, можно забрать у нее нож из руки, ее ножом же зарезать ее. Ну, игра не дает такое. Блин. Тело мое дело. Ну, не подходи, я просто бобер, иду строить плотину. Где там этот ходячий? Ты вообще ищешь себе запчасти сама? Как? Хватай, у нее глаз нету. Это что? Рука. Глаз. Бери. Я возьму это. Давай. Собирай себя сама, я пока ее отвлекаю. Все поздно. Глаз. Без толку. Все нормально, она привыкла. Я нет, не подходи. Класс, вы пока тут разбираетесь за мою жопу, можно я тебе ногу починю? Ножку давай. Смотри, я как Золушки. На тебя глаз, типа. Только так это уже другой. Было бы здорово нацепить на нее много рук, много ног, просто и уехать на ней. Че подглядываешь? Штраф глазик. Я понимаю, что тебе не терпится нас порезать, но мы здесь пытаемся нащупать глаз вообще-то. Подожди, ну давай. У тебя есть один глаз, ты так все она не видишь. Смотрит туда. Все, осталось обуть чью-то ногу, и ты готова. Смотри, как все просто, как оказалось рядом. Слушай, ну кто это придумал эту игру вообще? Размер. Теперь ты можешь меня защищать? Лего? Да. У нее ключ от двери. Я помогу тебе взять ключ у нее. Как бы пора уже. Алло? О, хорошо. Захват. Если что, прикольно. Я ищу ключи, я не разглядываю костлявые попки. А можно ее как-то зафиксировать? Ну, юбочках непонятно, костлявые там либо нет. Время. Ну, давай, я же тебе взял лучшие ручки на рынке. Хватай ее. Да, мы чисто ночные гопники из кармана вытаскиваем все. Ну. О, опа! Есть, побежал. Хорошего вам времяпровождения, девочки. Стоп, а где выход? Ты что, такой тупой, что ли? Во-во-во, ну-ну. И что ты мне сделаешь? Да, ну ты что, не можешь попасть в эту скважину? Пожалуйста, реально борись. Не может. Я же борюсь с дверью. Все. А ей разве больно? Я победил дверь. А что, если в класс попасть, то все, никак не пройти? Кримпай, беги. Не смей. Такой типа... Сэмпай, пожалуйста, не волнуйся в любое время.
Ладно, сердце забыл. Сейчас буду все. По пятницам после 17:30. Не давите, нажалось. Ну что, блядь, она ж зомби. Начинаю. Ты что, просто умерла? Ну да. Я сбежал без зайки. Разные концовки, это... можно было с ней сбежать. Можно вместе сбежать. Адекватная мертвая девочка, надо брать, надо спасать. Забудем, что было. Сделаем как надо. Да, потрепанная, да, грязная. Будет, да, походу, перепроходить, чтобы вместе зайку с собой забрать. Хорошо. Как ее бросить? Первым делом тебя, короче, я думаю, на конце просто палку использовать, чтобы она оглушилась и успеть сбежать вдвоем. Самое важное, чтобы видела, какой я красивый. Остановись. Давай. Я слышу паровоз. Чё гудишь? Ты нашел. Я думал, телефон. Теперь у меня для тебя есть несколько задач. Видишь эти чаши? Если положишь что-то в эту чашу... Пошу, раз такого не было. Мне нужно сердце того, кто заботится о тебе. Не-не-не. А защику ты не напихать, слышишь? Сердечко это не отдам. Я думаю, ты не хочешь моей помощи, а скорее страдать. Да плевать, слушаешь. Без тебя разберусь. Цена у тебя, конечно. Может, надо было сердце ты. Я не позволю тебе уйти. Яндерки забрать. Это считается, что я помогаю справиться с комплексом неполноценности, или это не то? Смотрите, мы уже держимся за ручки. Милота. Давай поедим. Ну, у нас сейчас не пикник, как бы. А где та сыкуха? Очканула сразу. Как узнала, что у нас уже два, а не полтора. Он хрустящие пальчики, пожуй. Буэна просто. Нам неизвестно, что делать еще, как с ней справиться. Сколько можно? Ты только что поела. Сенпай, я принесла еду. Это мне? А что там, ножка чья-то? Сенпай, я все еще голодна. Да ты уже съела все. Слушай, она сейчас съест сенпая. Давай выберемся. Сходим в маг какой-нибудь. Договорились, потом тебя покормим. Да что ж ты такая, просто безбашенная. А можно я тебя немножко покушу? Слышишь, даже не думай. Почему так приятно пахнет? Слышишь, переставай, а? Ну-ка. Она сейчас кушает. Все. Что за выступление? Это лучшее из всего, что я когда-либо елась. Очень приятно слышать, очень здорово. Теперь она нас жрет, да? Тебя не возражаешь? Возражаю. Понятно. Пошла нахер, ешь ее. Она тоже из мяса. Смотри. Можно было все-таки забрать ее сердце? Ешь ноги, бля. Прикольно. Да, обидно, и так это убьет. Да. Я тебе верил вообще-то. Я передумал. Вот так и спасай. О, неси сердце. Твоя награда находится в храме. Используй ее, чтобы разбить ей голову и отомстить. Ну что, проверил? Там просто это дали молоточек. Не бойся, я боб-строитель. Где она есть-то? Эта битва будет легендарной. Можешь просто молотка. Мощно. Сразу. Марта. А ты, извини, тебя прокормить просто нереально. Ну, вводи в положение. Ну, это тоже хорошая концовка. Даже не жалей, ты был съеден, ты просто не знаешь. Но. Тоже мы бежали без сайки. Героически покинул помещение. Нормально. Нет, нет. Все, я же понятно. Хорошо ударил. Это на вторую часть. Опа, заход. Случилась ловушка Джокера. Ну, прекрасно. Есть продолжение? Подождите, никто не говорит. Никого нет. Эй, кто-то кошмарить будет? Это за мной. Привет. А что такое костюм зайчика? Какая-то другая. Симпай, ты мне нравишься. Тоже сайка. И все, и ушла. Даже не убила. Двинула один раз. Типа, мне хватит. Мне мало, шлепни меня еще раз. Понятно. Ого. Это ракурсы. Прикольно. Слышишь, что за цирк? Я волк. Офигенно. Весело тебе, да? Трудности с прогрессом. Слышишь, голос храма. Давай-ка ты рот-то прикроешь. Ля, ну позитив с тебя так и прет. Спасибо. Ты на энергетиках, что ли, сидишь? Ты как по тебе попасть-то? Он смотри, улыбается радостно. Это издевательство. Мне больше интересно, почему у него такой костюм. Что случилось? Я помер? Она просто сделала заднее сальто. Это цирковое представление. Зрители не дохнут, когда клоун кувыркается. Какого От чего я помер? От удивления? Ну да, весело. О, не уклонился. Я, по-моему, свое тело отдельно сейчас видел. Он не проход зарос. Ну, пробиваться тогда будем. А у нее топор об мою голову не ломается, значит. Where's my axe? Where's my axe? Я это забираю. У тебя два есть, отстань. Я даже уже не понимаю, что это за девчонка конкретно. Но. А какая из них? Третья какая-то. Стоп. Смотришь реакции Ландау, но до сих пор не знаешь о том, что они еще делают реакции на мультфильмы, аниме и фильмы. В описании под этой реакцией ты можешь найти ссылку на их Boosty канал и получить еще больше эксклюзивного контента. Удачи, пупсик. Ну а мы продолжаем. Спасибо. Ау! Жматяра, одно яблочко. Почему такой популярный бой? Яблоки жрет, радуется жизни. Что все за нами охотятся? Я по-твоему чё, просто здесь танцую с ней? Все, погнал. Свобода! Ого. Куда спасает этот парайс, что меня на будущее? Почему вернулись? Все понятно. Понят жестко здесь. Да. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо.
Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.